В жизни православных людей празднование Пасхи – одно из важнейших событий. Этот замечательный праздник на Кубани, как и во всей нашей стране, всегда был любим, почитаем и отмечался очень пышно. Весеннее цветение в нашем городе как бы подчеркивает торжество обновления, которое сокрыто в основе Пасхи, дарящей надежду на вечную жизнь. И особенно радостным стало празднование этого светлого дня в только что открытом храме святого благоверного князя Александра Невского. Закончился Великий пост, и во всех храмах прошли торжественные богослужения. Храм, расположенный в одном из самых красивых мест Славянского района, на центральной усадьбе агрофирмы «Сад-гигант», широко распахнул свои двери для православных. И они пришли сюда, чтобы принять участие в праздновании светлого дня Пасхи. Настоятель храма очень рад, что здесь начались богослужения. Время идет, храм достраивается, и по благословению нашего Пресвященнейшего Владыки Феогноста здесь начинается постоянное богослужение. В этот день Господь воскрес и подарил жизнь людям. И радость церкви и всех христиан в том, что после смерти есть жизнь, и после смерти есть воскресение. Если Господь воскрес, то и каждый человек после своей смерти имеет воскресение и имеет жизнь. Вот в этом и смысл, и радость, и жизнь христианская заключается. После пасхального богослужения произошло освящение приготовленных к праздничному столу куличей и пасхальных яиц. Совсем не случайно в православии Пасху называют праздников праздник и торжество из торжеств. Это непередаваемое словами праздничное настроение в сердце всех прихожан храма Александра Невского. И тем радостнее Пасха, тем чем ты лучше попостился. А вот отметить этот праздник здесь, в этом храме, которому ты отдал часть своей души, своих сил, на которой ты потрудился, это вообще милость Божья. Я радуюсь, что мне пришлось поучаствовать в этом богоугодном деле. Для нас это большая радость, притом накануне такого прекрасного праздника Светлого Христова Воскресения. Для нас это как бы новый виток. Вот, мы пришли в этот храм, и у нас было такое ощущение, что мы дома. Богослужение в пасхальную ночь отличается особой торжественностью и наполнено такими важными моментами, которые волнительны для православных. Очень важная часть пасхальной ночи – шествие навстречу воскресшему Спасителю или крестный ход вокруг здания храма. Крестный ход останавливается перед закрытыми вратами храма. Священнослужители трижды пропевают «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». Самая радостная и светлая служба в году задает тон празднованию Пасхи. Ее отмечают более чем в 35 тысячах храмов Русской Православной Церкви, которые расположены в 68 странах мира. Теперь в числе этих храмов есть и Славянский храм святого благоверного князя Александра Невского. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».